Лариса Гузеева хотела избавиться от дочери. Это сейчас Лариса Гузеева не нарадуется на свою 17-летнюю дочь Олю, а когда-то она хотела от нее избавиться. Когда актриса узнала о своей второй беременности, она была в шоке, ведь на тот момент ей было уже 40 лет. Более того, они с мужем, сыном и старенькой мамой ютились в двухкомнатной квартире. К тому же Лариса Гузеева не была расписана с отцом будущего ребенка Игорем Бухаровым, а ее официальным мужем числится Каха Толардава. В общем, Бухарову я сказала, что рожать не собираюсь и сделаю аборт, вспоминает актриса. Однако родные уговаривали ее сохранить ребенка и обещали помогать, но Лариса была непреклонна. Сначала она пыталась избавиться от беременности народными способами, носила тяжести, прыгала, парилась в бане, но это не помогало. Тогда Гузеева пошла к знакомому врачу, которого Бухаров успел предупредить о ее приходе, и попросил ее напугать, чтобы она не делала аборт. Пугать ее, правда, не стали, но попросили посидеть в общей очереди. Оскорбленная таким холодным приемом, Гузеева ушла, а дома закатила скандал и заявила, что все равно сделает аборт. Тогда родные устроили настоящий бойкот.